Итак, дорогие друзья, начинаем свой апгрейд своего тела и духа. Начну с пробежки. Пробегусь километр. Посмотрим, помру или не помру. Свора, собака опять чуть не загрызла меня. О, ой, жестоко. Не так помру, так собаки загрызут. Ужас-то какой. Третий день. Полет нормальный. Но только смотрю, что-то погода у нас нелетная. Дождь. Ну, это нам не помеха. Ну что ж, не скрою, что все-таки побаливает. Болят мышцы. Болят, ну не до такой степени, чтобы там помирать совсем. Все в обычном режиме, все нормально, все. Вхожу в темп потихоньку. Привет, друзья! Всем крепкого сибирского. Погода отличная. Дорога гладкая. Что еще нужно для хорошей трансформации души и тела? Как один мудрый человек сказал: хочешь ходить — бегай. А хочешь лежать — сиди. Сиди на своей заднице и не предпринимай ничего, чтобы с твоим здоровьем было все нормально. Бегайте, друзья. Бегайте. Ну вот, дождались, дорогие друзья. Первый снежок выпал. Прохладненько так, я скажу. Ну ничего, бежим. Пробежимся. Доброе утро, друзья. Сегодня на автомате встал, побежал. Даже не глянул, сколько градусов. Глянул, минус 27 себе давит. Но ветра нету, нормально. 27. Вот, телефон держу, руки замерзают. Ничего, нормально. Месяц морток, одевая двое порток. Так обычно у нас говорят в Сибири. Раны еще раз чувствовались. Опять похолодало. Сейчас по ощущениям минус 18. Ну ничего, все нормально. Всем крепкого сибирского. Ну красота, ребята. За ночь навалило, наверное. Вся месячная норма осадков. Шикарнейшая погода. Минус 3 на улице. Прям кайф. Свежий снежок. Почему в выходные он не выпал? Ребятишки, вы сейчас снежных бабы любили. Год прошел, друзья, с моей трансформации души и тела. Я вам скажу, нисколько не жалею об этом теперь. Настроение, здоровье, самочувствие — все это прекрасно сейчас. Недуги эти все, которые были у меня, все они прошли. Так что всем, друзья, советую не откладывать это дело на потом. Начать уже заниматься своим оздоровлением, приводить свой порядок в организм. Всем удачи, всем крепкого сибирского, друзья.